Всем кукушки-кукушки, привет, и всем Губка Боб. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, который Кадартушн Геймс. И краш, всем привет, ребята. Я вернулся. Да, и сегодня мы снова будем говорить про краша. Ну, не то, что снова, но вот это. Мы будем побеждать каждого босса одного за другим. Это будет по части, потому что некоторых боссов я еще не победил. Ну что ж, первый босс — Дингодайл. Расскажу, если вы не знаете, кто он. Дингодайл — это скрещенный между псом Динго и самим крокодилом. Да, крокодил Динго. Но Динго был создан лично Брио. И он в твинце не может изменить мнение своего кортексу. Да, свое мнение он может реально изменить. Ох, блин. Ты чё стоишь? Да, в этой игре надо атаковать Дингодайла в тот момент, когда у него попадает щит. А в третьей части его защиту, надо его защиту тоже сломать, только это защиты кристаллы. Ну все, Дингодайл. Получай. Так, остался ему только последний удар. Дебал, высон бадизе. Баба высан бадизен. Так, ему недолго осталось. Все. Все. Дингодайл побежден. Энджи. Ну, с Энджином небольшая проблемка. Во-вторых. Во-первых, он сложный. Во-вторых, у него есть пистолет. Но после уничтожения одного пускателя бомб запустится третий пускатель бомб. Так что у меня есть преимущество. В случае, если мы проиграем. Мы будем быстро его атаковать, победим его с первого раза. Но надо еще уничтожить эту штуку, не забывайте. Не забываем. Она выпускается только при атаке. Блин, я так смогу поиграть. Так что уничтожаем его быстро. Вот так-то! Все, с первого раза мы его видели, я же говорю. С первого раза. Да, с первого раза. Ну, я потренировался, когда я с ним в первый раз сражался. Он был со второго... Я его со второго раза прошел. Но на видео, наверное, с первого раза. Да, с первого раза, прикиньте. С первого раза прошел. Ну что ж. Попроходим чуточку уровни, ребята, с вами. И первый уровень, который мы сегодня пройдем, это Snow Job. Снежная работа. Тут некоторые медведицы. Мамани, короче. Мамани сына медведя. Да, мне надо собирать жизни для Крэша. Так что не стоит мне
он не мешать. Патрику вот, ну, можно поговорить, если он у меня в гостях. У меня есть дабл джамп теперь, ребят. И все почему? Потому что я победил Энджина, второго босса. Куда? Зато дабл джамп у меня есть. И можно легко проходить. Все, опять поездка на Суне медведя. Правда, повар у нас тут ворот. И там уже не медведица, а едет чарта. Блин, а, зацепился. Так, главное, чтобы сын медведя не проиграл. Это еще что такое? Что это за фигня? Блин, а аку забыл. Ничего, у меня еще одна жизнь. Крэша, как говорится. У. Да, тут у нас момент, который не даст мне вам преодолеть это препятствие. О, до чекпоинта дошли. А! Блин, я забыл. Ты еще тупой пингвиненок. Черт, мы так проиграем. Базар твой дельты. Ты, вы издеваетесь, эти пингвины вообще не могут. А мы можем с разгоном, нет? Я хочу с разгоном. С целого разгона я просто не хочу. Ну да, эти пингвины меня уже достали. Эти базальтовые дельты. Прям как базальтовые дельты из Майнкрафта. Ну, ребят, у нас там были только боссы, а это мы не судьями, не совесть, мы будем помочь те. Да, только один уровень мы будем проходить. Блин, этих пингвинов очень много. Не уверен, что я справлюсь. Он, наконец, чекпоинт. И да, два босса, один уровень. Ну, иногда я буду даже выкладывать часть по этой игре. Так что советую не пропустить. О, и мы уже прошли. Набирайте 5 лайков. Я снимаю для вас части нового босса. А именно Тайни же Кани. Да, Тайни. Ну, Кани. Ну, кто бы угадал бы. Вы его проходили. На моем канале. Один раз. Второй раз мы будем на моем канале. Лайков и мое прохождение босс. Вам же не сложно, а мне приятно. И да, почему-то все уже больше на меня не подписываются. Камон! Если ты не такой, подпишись на канал, пожалуйста.
Так, ребята. Давай! Фу, попал, попал все равно, все-таки. Попал в одну пружинку. Попал в одну пружинку. Все. В этом бонусе мы все ящики собрали. И тут куча вампа. Это просто рай. Ну что ж, отправляемся. Опа, кристаллик. Где-то там должен быть финиш. Да, вон он. Ну, ребят, на этом мы и заканчиваем. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока. Пока, ребят.